Что я затеяла тут? Как думаете? Время зима. Началась почти у нас снег, видите. И уже как-то хочется каких-то салатов, таких более зимних. В общем, захотелось нам селедки под шубой. Я, знаете, хочу что сделать. Пакетики их и в микроволновке сварю. Я, правда, не знаю, сколько в этой микроволновке будет готовиться. У нас это с работы микроволновка. Она помедленнее работает, как-то слабее, что ли. Поэтому сколько буду варить, не знаю. Обычно свекла минут 12 при полной мощности готовится. Картошка 8 где-то минут. Поэтому как этот раз выйдет, не знаю. В общем, хочу сегодня приготовить овощи. Так, и морковушки. Не хочется мне в кастрюле это все дело варить, тем более она у меня занята. Пока доставлена одна единственная. Справлюсь в микроволновке тут. Все это дело быстрее будет. Морковь с картофелем практически одинаково. Прокалываю, чтобы она там не лопалась. И пакетик еще прокалываю. И на полную мощность включаю. Там посмотрю, как видно будет. Не знаю, немного ли я купила две селедки. Останутся так останутся овощи. Пакет. Пакет тоже прокалываю, потому как он там, знаете, надуется, чтобы пар горячий выходил. По очереди. Микроволновка маленькая. Два пакета сразу в нее войдут. И включу. На 10 минут включу. Потом посмотрю. Варились ли овощи за 10 минут? Вообще картофель и морковь я в итоге сварились за 16 минут. Но я говорю, это микроволновка другая. Ну, когда вот мы жили в другом месте, видите, прокалывается, все нормально. Там у меня варилось гораздо быстрее, мощность была, потому что другая. На свеклу у меня ушло 18 минут, тоже сварилось. Ну, еще вот прям горячее никак не почистишь.